Прииртышские зори – традиционные соревнования по спортивной гимнастике. Собрали в этом году 155 спортсменов, в том числе 12 мастеров спорта и более 20 кандидатов в мастера. Завершить гимнастический сезон и получить бесценную соревновательную практику на омском турнире решили представители 13 регионов России. По сравнению с предыдущими годами у нас увеличилось количество участников и также количество городов, которые приезжают к нам в гости и выступают на нашем турнире. Те дети, которые у нас приходят с самого начала, с Дюшор 25, вот они и сейчас показывают результаты на нашем турнире, готовясь для выступления на более серьезных соревнованиях. Среди кандидатов в мастера спорта здорово выступила амичка Валерия Коваленко. Ей удалось стать лучшей во всех четырех финалах и отдельных видах и занять второе место в многоборье. Наш город очень сильный, и из других городов тоже бывают конкуренты такие сильные достаточно, из Екатеринбурга. Еще одной амичке Анастасии Самковой не нашлось равных в многоборье среди мастеров. Она победила в опорном прыжке и в упражнениях на брусьях. Достаточно высокая была конкуренция. С кем конкурировали в основном? Из города Томска девочка, она на втором месте, у нее тоже неплохой прыжок. И на третьем месте девочка из Омска тоже со мной из группы. Настя, скажите, за что любите эти соревнования? Эти соревнования я люблю за то, что приезжают из других городов, и, соответственно, конкуренция более сильная, труднее соревноваться, и за счет этого интереснее. Еще в копилке омских девушек 4 бронзы в отдельных видах и одна в многоборье у Дарьи Казаковой. Мне как-то больше нравится в Омске. Здесь снаряды удобнее и ковер тоже удобнее, чем в других городах. Интересная борьба во всех видах развернулась и у юношей. Традиционно сильные представители Омской, Томской, Красноярской школ спортивной гимнастики продемонстрировали уверенные выступления на снарядах и в вольной программе. На вольных у меня первое место, по коню тоже, а кольца у меня плохие. Мне нравится этот вид спорта, потому что я становлюсь сильнее. Мне эти соревнования очень понравились. Соревноваться с другими ребятами – это гимнастика. Да, это очень мне нравится. Мы понимаем, что вы братья. Расскажите, как вы пришли в этот вид спорта? Мы когда были в детском садике, наш папа забрал, и мы поехали на гимнастику. Мы вначале не понимали, куда мы ехали, а потом мы все поняли. Теперь что? Нравится? Да, нам очень нравится заниматься гимнастикой. Спорт люблю, потому что мне с детства вот нравилось смотреть по телевизору, видел на улице, как мальчики делают сальто. А привел меня в гимнастику даже не папа, не мама, а мой друг Ярослав. В садике он стоял на руках, и я его попросил меня научить. Я учился, и потом папа меня отвел к тренеру. Ну и вот так. Желаю тем, кто хочет заняться гимнастикой, желаю успехов, терпения, потому что спорт должен иметь терпение. Если что-то не получается, добиваться всего. Все.